Здравствуйте! Это обращение мы записали специально для спонсоров нашего канала. Благодарим тех, кто решил поддержать нас финансово. Куда пойдут эти деньги? Они необходимы для улучшения качества тех видео, которые мы записываем для вас. Например, приобретенный новый компьютер позволил нам реконструировать сражение древности при помощи Total War. Но дальше Рима 2 мы двигаться не можем, так как для, например, Аттилы нужно менять второй компьютер, который совсем уже устарел. А для производства фильмов с масштабными сценами нужно именно два компьютера. Помимо этого, периодически необходимо давать рекламу на YouTube-каналах, а также мы покупаем книги для расширения кругозора. Да что греха таить, хотелось бы получить вознаграждение за вложенный труд в создание наших фильмов. Минимальные затраты на создание одной минуты нашего фильма – это 1,5 часа работы. А для снятия одной минуты фильма с использованием Total War уходит до 5 часов, не говоря уже о мультипликации. Так что гонорары стимулируют интенсивно трудиться. Что мы можем дать нашим спонсорам? Интересный вопрос. Основная масса исторических каналов в YouTube строит свой контент на видео, сделанных на скорую руку и абы как. Авторы зачастую не понимают вообще того, о чем говорят. Просто тупо читают чужой текст и ставят, как правило, картинки не по тематике своего повествования, а абы какие. Для них главная скорость производства роликов, что очень ценят алгоритмы YouTube и неподготовленный зритель. Такие каналы имеют десятки и сотни тысяч подписчиков, и им спонсоры уже по сути-то и не нужны. Они неплохо зарабатывают даже с монетизацией. Мы же в своих работах, как говорится, глубоко копаем и опираемся на множество источников и на собственные исследования. Особо трепетно относимся к визуальной составляющей фильмов. Работаем на качество, из-за чего фильмы выходят не так часто, как хотелось бы. И особо на них не заработаешь. Поэтому нам и нужна поддержка спонсоров и просто неравнодушных зрителей. Имена всех тех, кто стал спонсором нашего канала, а также помогал в развитии нашего проекта, мы традиционно вписываем в конце наших видео. У вас есть уникальная возможность попасть туда. Благодарим всех тех, кто поддержал наш проект. Увидимся на канале WarGameRus. Пока-пока.